Приветствую, друзья! На турнире ACA-127 пройдет топовый поединок в полулегком весе. Аптиби Марзаев сразится с Андреем Гончаровым. И сегодня предстоящий поединок мы обсудим с бывшим соперником Бимарзаева и с парнем, который тренировался на сборах вместе с Андреем Гончаровым, Алексеем Полпудниковым. Алексей, приветствую! Приветствую, Смолик! Алексей, на самом деле очень такой турнир многоожидаемый, ACA-127, там несколько противостояний по легком весе, я думаю, многие интересны зрителям и нам как организаторам, и вам как бойцам, но все-таки вот один бой стоит особняком, Аптиби Марзаев против Андрея Гончарова. Оба парня непобежденные в ACA, с Аптитой дрался, с Андреем Гончаровым мы пересекались на сборах. Как ты считаешь, кто фаворит в этом противостоянии, чьи шансы ты видишь выше? Я сейчас как бы так не могу сказать точно, как бы чьи шансы. Я думаю, что вот этот бой так подобран, прям вот конкурентный, прям самый бой. Для меня, наверное, самый ожидаемый бой этого турнира, так как это мой вес. И плюс это, наверное, скорее всего, претендентский, да, бронируется за следующего претендента на пояс. Бойцы, я думаю, больше все-таки проведут свой бой в стойке. Я думаю, что Андрей Гончаров более бьющий, более тяжело бьющий. Но при этом мы знаем, что Аптиби Марзаев очень терпеливый, очень такой выживает постоянно в боях, там может перенести много ущерба, то есть иногда он все отстает и всегда до конца идет. То есть в этом плане вот интересно будет, сможет ли Андрей его все-таки как-то остановить или нет. В четырех боях в лиге ACA Аптиби Марзаев в каждом своем противостоянии оказывался в нокдауне. Иногда это было и по несколько раз, как противостояние с тобой. Как ты считаешь, вот эффект накопляемости будет ли играть против Аптии в этом поединке, учитывая, что он не раз падал и здесь панчер против него? Ну, смотрите, у него такой момент, что мы с ним подрались, и потом он только через год подрал с собой. Следующий бой он провел с Туралом Дагимовым. Большую работу он провел. Бой его был такой очень интересный, очень агрессивный стиль у него стал. Он ничего не пропустил в том бою, ущерба было минимум. Поэтому я думаю, что он очень много прогрессирует, то есть работает и очень сильно развивается. Поэтому не факт, что он в этом бою, так как Андрей хорошо бьет, заряжает, я думаю, что не факт, что он ему даст по себе попадать. Вот. Поэтому интересно будет на это посмотреть, как это будет выглядеть. Есть такое популярное мнение, скажем так, что это потенциально бой вечера, во-первых, как ты тоже сказал. Во-вторых, Апти более техничным бойцом считается на бумаге, Гончаров Андрей более бьющим бойцом. Вот как ты считаешь, как будет проходить сценарий этого боя? Будет ли по ходу этого противостояния Апти переигрывать соперника? И что надо делать Андрею, чтобы выходить на ударную, скажем так, дистанцию и донести свои удары? Вот как, вот в сравнении даже с твоим боем, да, как ты это делал вместе с Апти, против Апти? Ну, мой план был такой, что нужно его подавливать, подходить на свою дистанцию и попадать по нему. То есть ему не давать работать. Его более сильная сторона – это дистанция. Плюс у него есть такие удары коленями неприятные, которые он может хорошо и в голову, и в корпус пробивать. То есть ему не надо давать пространство. Я думаю, что Андрей, это будет правильно ему поджимать его, потому что я думаю, что он чуть-чуть, наверное, пониже будет. Руки будут у него чуть покороче, чем у Бимерзаева. Поэтому у нас же будут подавливать его и разряжаться по нему. То есть я думаю, что план такой должен быть. Но сейчас, Андрей, я знаю, что в Осетии, у Марата Илаева, я думаю, что план у них будет хороший на бой. Все они продумают, учтут и сделают какой-то определенный хитрый, я думаю, какой-то ход такой, знаешь, чтобы не просто прямолинейно пытаться попасть по Аптиби Марзаеву, а просто его как-то его чуть-чуть, может быть, задергать, может быть, где-то чуть-чуть наоборот на себя вытянуть и после этого разрядиться. Поэтому я думаю, что будет что-то в этом бою интересно. В противостоянии двух ударников обычно в борьбу первым идет тот, кто начинает больше пропускать. Вот как ты считаешь, увидим ли мы в этом противостоянии борьбу? Имеет ли она место быть? И если да, то чья борьба лучше, на твой взгляд? Я узнаю, что Андрей более как бы защищается от борьбы. Я не видел, что он сам переводил, то есть не обращал внимания. У него всегда в стойке получается бои. С другой стороны, Бимерзаев, наоборот, хорошо, быстро, у него хороший вход в борьбу при этом. Он тоже не часто это делает, но при этом хорошо он переводит, с контролем там похуже. Я думаю, что переводы будут в этом бою от Аптиби Бимерзаева, ну, попытки перевода. Но Андрей будет либо защищаться, либо вставать. Я думаю, что Бимерзаев не сможет удержать на конвасе, и все-таки бой больше в стойке будет
А то, что кто больше пропускает, начинает бороться, да нет, можно просто будет запутать, нужно будет одному из них соперника, чтобы кто-то кого-то запутал, чтобы не было проблем. Конечно, конечно, это будет, я думаю, это в обоих случаях будет работать. Со стороны Андрея это тоже выгодно, со стороны Апти это тоже выгодно. То есть здесь уже будет, ну, не знаю, я тут говорю, что тут интересно будет. Сейчас, так как Андрей в Осетии, я думаю, что у них будет через борьбу план. Ну, я думаю, что так. Как ты считаешь, будет ли справедливо, если победитель этого противостояния в следующем сразится за титул? Да, абсолютно. Я думаю, что Бемирзаеву можно было уже дать бой за пояс. Но, видать, он просто не хочет дожидаться чемпиона, так сказать, пока он сейчас проведет бой, потом, пока он отдохнет, и он решил провести бой. Также и Андрею идет 4 победы, да, у него уже? Да, 4 победы. 4 победы. Крайний бой, а Адлана Батаева выиграл. Адлан Батаев, это тоже серьезный такой боец. Поэтому да, это справедливо, вполне. Ну и учитывая, что сейчас чемпион Магомед Расул Хасбулаев, ему предстоит бой с Кишем, но пока, по крайней мере, он не потерял свой пояс, чьи шансы и чей стиль ты видишь более подходящим для Хасбулаева? Гончарова или Аптиби Марзаева? Для того, чтобы... Да, для Хасбулаева вообще, мне кажется, без разницы. Ему вообще все подойдут соперники. Он настолько универсальный и настолько подготовленный спортсмен, что ему, в принципе, для него сюрпризов очень мало будет. Но тут и Апти может неплохо подраться с ним, и Андрей может подраться в этом бою. Я думаю, Рамазан Кишев хорошо подерется с Хасбулаевым сейчас. Ну и точный прогноз на поединок Бемирзаев-Гончаров, если даже не точный, то, по крайней мере, как ты считаешь, пройдет ли бой всю трехраундовую дистанцию или будет финиш? Я почти уверен, что он пройдет всю дистанцию на бой. Если нокаут будет, то, скорее всего, со стороны Андрея Гончарова. То есть я думаю, что... Ну, только потому, что он бьет более тяжело, у него есть теория нокаутов, то есть победа. Вот. Я думаю, что, скорее всего, все-таки этот бой продлится 3 по 5 до конца. Будет такой плотный бой. Плотный бой на самом деле. Вот. Но у Андрея есть шанс финишировать. Причем, я думаю, что если это будет нокдаун там, или попадание хорошее в первом раунде, то Аптимир Розаев 100% переживет это, как он обычно это делает. Вот. То есть я думаю, что более поздние раунды у Андрея есть шанс выиграть. Надо срочно. Тебе спасибо, Леш. Тогда до встречи. Хороших сборов, хорошей подготовки тебе. Спасибо большое. Все, на связи. Все, давай, счастливо. Пока. Ну что ж, уважаемые друзья, это было экспертное мнение Алексея Полпудникова. Было очень приятно с ним пообщаться. Очень важно, когда бойцы умеют не только драться, бить по груши, выходить в клетку, но и грамотно разбирать поединки. А противостояние Аптиби Марзаева и Андрея Гончарова обещает стать потенциальным боем вечера. Не пропустите этот поединок, не пропустите турнир ACA 127. До встречи в Краснодаре.